Всем привет, меня зовут Галиева Диана, и сегодня мы с вами будем заниматься растяжкой. Растягивать будем те мышцы, которые нам необходимы для того, чтобы мы сели на продольный шпагат. Наше занятие будет построено таким образом, что мы сделаем небольшую разминку, и после чего мы приступим сразу непосредственно к упражнениям по растяжке. Иногда, довольно часто, включают разогрев. Наше занятие будет построено таким образом, что мы от очень легких упражнений, на которых практически вообще даже никаких болевых ощущений не будет ощущаться, мы дойдем до нашего максимума, к концу занятия. Соответственно, при такой последовательной и постепенной нагрузке мы максимально убираем какое-либо наличие травм, возможностей таких. Но, тем не менее, особенно для первого занятия, лучше предварительно разогреться. Предварительно разогреться – это буквально 2-3 минуты каких-нибудь прыжков, махов, прыгания, например, на скакалке, приседаний, все что угодно для того, чтобы дыхание стало более учащенным. Буквально 2-3 минуты вы почувствуете себя разогретым и можете приступить к непосредственно растяжке. Ориентируйтесь на свои ощущения. Если какие-то упражнения вам кажутся, что у вас они вызывают дискомфорт, то есть вы не испытываете там, где я показываю, на упражнениях, где должно у вас какие ощущения натяжения должны быть, вы испытываете не только там проблемы, но еще в каких-то других местах вам дискомфортно, неудобно, больно, ощущение не очень приятное. Не делайте это упражнение. На все группы мышц мы делаем по нескольку различных упражнений. Лучше повторите то упражнение на эту мышцу, которое вам подошло больше. Это будет гораздо более правильно. Приступим к разминке. Кажется, просто надо смонтировать, волосы уберут спокойно, и дальше вы продолжите. Кладем ручки. Итак, приступим к первому упражнению. Притягиваем ногу к себе, колено прижимаем максимально к груди. При этом стопа отрывается от пола. Прижимаем колено к груди и сидим, спинка прямая. Это же упражнение можно делать у стены. То есть вы спинкой к стеночке прижимаетесь, и она вас придерживает. То есть лишнего напряжения у вас нет. Вы можете больше расслабиться, спина остается прямой, потому что вы к стеночке прислонились. И просто прижимаете колено к груди. При этом упражнении может у вас вообще ничего не болеть. Это нормально абсолютно. Мы пока исключили разогрев из нашего занятия, но вместо этого мы растягиваемся очень планомерно и потихонечку. То есть мы начинаем с упражнений, на которых мы практически ничего не чувствуем или вообще ничего не чувствуем, и в конце доходим до максимума. Таким образом, это безопасно и комфортно. Оставляем коленочку у груди, берем ножку за стопу и поднимаем наверх настолько, насколько мы можем удержать свою ногу. При этом колено не отдаляется от груди, оставьте его там, где оно находится, держим ножку. Если совсем не достать до стопы, можно держать вот здесь.
прямо очень сильное напряжение, настолько, что ножка дрожит, то просто делайте вначале эти заходы поменьше. Мы будем делать 2 на каждую ногу, делайте по 3, по 4. Но старайтесь себя контролировать, старайтесь все-таки расслабиться. Да, изначально это упражнение будет идти непросто, если растяжки не хватает, но оно достаточно комфортное для мышцы. Поднимаем еще разок. Соответственно, очень хорошо регулируйте. У вас должна болеть мышца задней поверхности бедра. Соответственно, чем выше вы поднимаете ножку, тем сильнее она будет у вас растягиваться. Ощущения должны быть достаточно комфортные. У вас не должно быть никаких там ощущений, что что-то разрывается. Все в порядке, просто легкое ощущение натяжения. Здесь как вам удобно, это не принципиально. По времени должны потратить примерно на каждую ногу одинаковое количество. Бывает такое, что колено к груди не прижать. То есть оно все равно, как вы как ни стараетесь, оно остается на некотором расстоянии. Это тоже нормально, все в порядке. Со временем станет лучше в этом компоненте тоже. Поднимаем ножку, не забываем ставить колено у груди. Все-таки настоятельно рекомендую сидеть у стеночки, потому что держать спинку прямой – это дополнительное напряжение. Если вам много тяжело держать, то это создаст трудности. Лучше прислониться и больше расслабиться. Нога, которая у нас находится снизу, нас сейчас не волнует, она может находиться в любом положении. То есть можно там немножко посогнуть, можно немножко развернуть. Если не держится нормально она на пяточке, то ничего страшного. И еще раз поднимаем ножку. Следующему упражнению кладем одну ножку сверху другой. Кладем на место прямо перед коленом. Не на колено, ни в коем случае. Стопа свисает. Теперь ту ногу, которая снита, подтягиваем к себе. Ставим ее на стопу и прижимаем к себе настолько, насколько это комфортно. Чем ближе пятка к телу, тем больше будет болеть ягодичная мышца. Это упражнение также можно выполнять у стеночки. Развернусь, покажу, как это выглядит боком. Тоже желательно, чтобы у вас была прямая спинка. Можно делать без стеночки, просто упереться руками и толкать грудь вперед. А можно сесть к стеночке, чтобы она вас поддерживала, и мы опять-таки меньше напрягались. Спинка будет прямая. Если совсем тяжело с прямой спиной, не обязательно прижиматься к стенке вплотную. Может быть, между поясницей и стеной как бы небольшой угол, да, расстояние. Это ничего страшного, это нормально. Главное, чтобы позвонки не впивались в стену. То есть, значит, это вы сидите достаточно близко. Отодвиньтесь немножко, чтобы был небольшой угол, чтобы вы могли сидеть комфортно. Соответственно, попривыкли, перестало болеть или болеть практически незначительно, подвинули пяточку к себе поближе. Пока мы сидим и отдыхаем, расскажу вам какие-нибудь интересные моменты.
Считается, что тренеры по растяжке, они такие маниакальные люди, которые всех, кто к ним приходит, хотят посадить на шпагат. На самом деле это абсолютно не так. Это связано с тем, что есть некие рекомендации, да, к занятиям по растяжке. Скажем так, официальные и медицинские рекомендации. В нашем теле есть большие блоки мышц, которые обязательно нужно растягивать, чтобы тело чувствовало себя комфортно. Гипс – это такое же физическое качество, как и все остальные, поэтому его можно и нужно развивать. Как раз наиболее большие блоки мышц и как бы рекомендуют как раз растягивать. Это задняя поверхность бедра, передняя поверхность бедра, вот эти вот большие-большие блоки мышц. Соответственно, их и растягивают. Давайте поменяем ножки, то же самое на другую. Кладем на место перед коленом, обращая внимание. На суставы никогда давить не нужно. Кладем на место перед коленом, стопа свисает. Ножку, которая снизу, я сгибаю до комфортного для меня положения. У меня начинает тянуться ягодичная мышца на другой ноге. Недостаточно, я сижу, отдыхаю, расслабляюсь, не напрягаюсь. У меня ничего не трясется, ничего не напрягается. Сижу, получаю удовольствие. Так что то, что люди садятся на занятия по растяжке на шпагат, это абсолютно нормально. То есть это как бы просто следствие того, что они растягивают одни из самых больших блоков мышц в своем теле. И как бы как следствие, в том числе это, да, ноги болят большие, мышцы всякие. И, соответственно, они садятся на шпагат. Так что это не тренеры такие маньяки. Но с другой стороны, шпагат как бонус, это приятно. Проверяем, та нога, которая у вас сверху, болеть не должна. То есть, если у вас какой-то очень неправильный угол колена, от вас очень далеко или очень близко, вымеривайте, замеряйте правильное положение, которое вас устроит, чтобы та нога, которая сверху, у вас не болела. В зоне колена особенно. То есть, у вас это должно быть вот здесь. Опять-таки, болеть это относительно. То есть, должно быть достаточно приятное ощущение натяжения. Соответственно, чем ближе пятка, тем сильнее, но это должно быть достаточно комфортно. Хорошо, закончим, перейдем к следующему упражнению. Мы вытягиваем одну ножку, чтобы не путаться, вы все время можете начинать с какой-то одной ноги, например, с правой. Чаще всего люди начинают с той ноги, которая у них растянута лучше, на которой растягивается им комфортнее. Прикладываем ножку к себе, она у нас согнутая, просто лежит перед собой. Переднюю ножку мы кладем, она прямая в колени, во-первых, во-вторых, она стоит четко на пяточке, то есть никуда ее не заворачивайте. Если вам ее в таком положении просто не удержать, она все равно стремится наклониться, например, да, в сторону, как бы мизинчиком к полу, положите рядом или какую-нибудь книжку, или какую-нибудь к ножке стула обопритесь ее, чтобы она не падала, не заваривалась, а оставалась четко на пятке. Коленочка прямая. Будем тянуться вперед. Если вес вперед не перенести, растяжки не хватает, то ручками сзади упираемся в пол и толкаем себя вперед. При этом коленочку стараемся удержать прямой. Можно сделать чуть иначе. Можно одну руку оставить сзади, другую положить на место перед коленом. На саму колено, напоминаю, мы не надавливаем. И тянемся вперед настолько, насколько нам позволяет наша растяжка. Можно делать небольшую пружинку, можно зафиксироваться в статичном положении, но вы не должны делать это на максимум. То есть, опять-таки, ощущения натяжения должны быть достаточно комфортные. Напоминаю, что мы только начинаем растягиваться, то есть это начало нашего занятия, и мы пропускаем разогрев, да, поэтому мы очень потихонечку тянемся, нагрузка дозируется и увеличивается очень постепенно по ходу нашего занятия. Если вес получается перенести вперед, переносим. Но мы никуда не тянемся, не пытаемся что-то достать, ничего такого. Мы стараемся держать спину настолько прямой, насколько это возможно. Ну, вначале, наверное, это будет вообще не очень возможно, она будет вся такая. Но хотя бы сами дополнительно вот таких вот действий не делаем. Положили руки спокойно с двух сторон, расслабились, выдохнули. И стараемся не напрягаться. Можем одну ручку положить на место перед коленом, чтобы удерживать его прямым. И давайте поменяем ножки. То же самое повторим на другую сторону.
сяду чуть под другим углом, чтобы было видно. То же самое, придерживаю коленочку, чтобы она была прямая, перед коленом место. Да, и отталкиваюсь ручкой сзади, чтобы хоть немножко перенести вес вперед. Держу ножку на пяточке. Если получается, кладу ручки вперед. Выдыхаю, расслабляюсь, растягиваюсь. Пока тянемся, расскажу, что делать, если в таком положении вообще никак не сесть. Даже руками сзади, помогая себе, у вас не получается, у вас ничего не тянется. Есть вариант попробовать сделать это у стеночки. То есть тех, у кого получается, продолжаем тянуться. У кого не получается, показываю, что мы делаем. Мы ложимся к стеночке, поднимаем ножки наверх, держим их вместе, собираем в районе коленочек и пяточек. Носки натягиваем на себя. Руками можем придерживать место перед коленом, чтобы колени были прямые. Это такой план Б. Если вы совсем новичок-новичок и не получается вес переносить вперед и тянуться стандартным способом на полу, как у нас было, то вы лежите в таком положении. Ножки затекают, вы слезаете, отдыхаете, залезаете обратно. И так несколько заходов. Делаю хорошо второму заходу на каждую ногу. Обращаю ваше внимание на то, как мы сидим с спинкой, чтобы было понятно, что я сижу на обеих ягодицах. И не заваливаюсь ни на одну, ни на другую. Сижу на обеих. И теперь я смещаюсь, тянусь в диагональ. Когда я тянусь в диагональ, я тоже не заваливаюсь на одну ягодицу. Сижу на обеих. Напоминаю, что пяточку мы тоже не заваливаем никуда. Если так сильно тянуться вперед не можем, то как можем, да? Тянулись вот так вот, перешли в диагональ. Теперь тянемся в диагональ. Ножку сгибаем, кладем перед собой, ну, тянемся к левой ноге. Ножку не напрягаем, она не должна трястись, она должна спокойно лежать на полу. Никуда ее не сворачиваем таким образом, не заваливаем. Напоминаю, если так происходит, то какой-нибудь ножки стула или вот, допустим, как у меня стоит диван, можно прислонить. И она никуда заваливаться и падать не будет, надо взять четко на пяточки. И смещаемся в диагональ. Напоминаю, не заваливаемся на ягодицу, сидим на обеих. И теперь вытягиваем ножки и пробуем тянуться сразу к другой ножке. Соответственно, если вы это упражнение, которое мы делали только что, тянули ноги по отдельности, заменяли на упражнение
лежа у стеночки, две ноги наверх, то вы тоже делаете два лохуда. То есть пока мы меняем ножки, вы лежите, потом отдыхаете, и когда мы начинаем делать по второму кругу, по второму заходу на каждую ногу, вы снова накидываете ножки наверх и тянетесь. Затем можно слезть с стеночки и попробую повторить то, что вы делали у стеночки, уже сидя вместе с нами. Хорошо. Закончили упражнение. Итак, теперь встаем на ножки. Обхватываем себя руками, при этом живот прижимается к бедрам. И поднимаемся, выпрямляем коленочки настолько, насколько это возможно. Животик от бедер стараемся не уводить, то есть прижать и держать прижатым. Отдыхаем, снова опускаемся. Если это упражнение дается очень тяжело, то можно попробовать прижаться к стеночке. То есть каким образом это выглядит? Вы подходите к стеночке, прижимаете, делаете то же самое, а когда поднимаетесь, можете немножко прислониться попой к стеночке. Вот таким вот образом. Коленочки при таком варианте выпрямить будет чуть-чуть попроще, ну и сохранить равновесие вам тоже будет чуть-чуть попроще. Каким образом мы это делаем? Мы отдыхаем, затем выправляем коленочки и считаем до 10. Отдыхаем. Таких заходов можно сделать 3-4. И еще раз выправляем. Отдыхаем, сейчас сделаем еще один последний. Обхватываем себя и выпрямляем. Хорошо, заканчиваем упражнение. Так, приступаем к следующему упражнению. Встаем на колено. Положение. На что надо обратить внимание здесь? Во-первых, подложите что-нибудь под колено, да, потому что коленный сустав, он все-таки вещь такая хрупкая, поэтому давайте лучше что-нибудь подложим под колено. Можно заниматься на коврике, как делаю это я, можно подложить подушечку, если прям вообще некомфортно. Берегите свои суставы. Касаемо передней ноги, у нас здесь угол 90 градусов, то есть не вот такой вот острый угол, такое вы должны избегать. Можно поставить дальше теоретически, да, но я бы рекомендовала остановиться на 90 градусах. После этого вы поднимаете корпус и как бы опускаете таз вниз. Можете оставить руки здесь, чтобы чувствовать, да, как бы направление таза, куда вы его опускаете. Можете положить на место перед коленом, как вам удобнее. Если вы прям падаете, не можете удержать равновесие, вы можете поставить рядом стульчик, можете держаться за стеночку. Это нормально. Мы тренируем, у нас тренировка не на баланс, а на растяжку, поэтому у нас это допускается, разрешается, и даже наоборот хорошо, чтобы опять-таки у вас не было лишнего напряжения, что как бы удержаться, балансировать и так далее. Хорошо, ставим ножку на подушечку, вот пальчики сзади, коленочку выпрямляем, ручки ставим с двух сторон от ноги, да, как бы не надо держать каждую руку с одной стороны от ноги, мы вот обе руки ставим на сторону, в моем случае левую получается, и бедрышко левое стремится к полу. Естественно, на начальных этапах у вас может не получиться выпрямить колено до конца, оно может быть чуть согнутое. Это ничего страшного, то есть вы стремитесь его выпрямить, но если оно чуть согнутое, то как бы на начальном этапе это нормально. То есть бедрышко стремится к полу, должно тянуться у нас вот здесь. Опускаем коленочку, отдыхаем. Кладем переднюю ножку перед собой. Вот так, вот таким вот образом ее сгибаем. Теперь заднюю ножку разворачиваем бедром все тем же самым в пол. Мы можем развернуть корпус, но бедром разворачивать не можем. Вот таким вот образом поворачивать его нельзя.
Оно может не лежать на полу, легко может не лежать на полу, растяжки может пока не хватать. Это ничего страшного. Главное, чтобы само бедро было завернуто в пол. Вот ягодица, пяточка смотрели наверх, в потолок. Мы сгибаем ножку, берем ее и притягиваем пяточку к ягодице. Тянуться у нас должно все то же самое бедро. Тянуться должно достаточно сильно. Отдыхаем и сейчас сделаем еще разок. Сяду сейчас под другим ракурсом, чтобы было более понятно, что я делаю. Можно статичное положение, можно легкую пружинку добавить. Получается, обратите внимание, на ягодицу я не заваливаюсь. Потому что если буду заваливаться, то у меня автоматически развернется бедро, а оно должно смотреть в пол. Поэтому я, получается, сижу на вот этой части, на полу. Хорошо, давайте поменяем ножки, сделаем то же самое на другой. Следующее упражнение. Ставим ножки максимально широко, как можем. Одну ножку сгибаем. Сгибаем угол вот 90 градусов у нас получается. Не больше. Другая ножка, вот как она находится, положение ее, такое же желательно стараемся ставить. Колено развернуть в пол нам нужно. При этом сильно ее не смещать. То есть вот именно сильно просто колено развернуть в пол и все на этом. Обе руки ставим вот как бы перед собой, да, вот рядом с коленом, даже, казалось, с двух сторон от колена. И сейчас у нас должна тянуться ягодичная мышца на правой ноге. Если она не тянется, значит, вы слишком завалились, остались там, да, все-таки немножко колено заверните в пол, чтобы его видно не было, и у вас должна начать тянуться мышца.
массажа можно сделать либо один длительный заход, либо разбить его на два раза, чтобы было полегче. Если прям очень сильно тянется, да, вы можете немножко слезть, передохнуть, подождать чуть-чуть, и после этого вернуться в правильное положение, чтобы она опять начала тянуться. Возвращаемся в исходное положение, с которого мы начали. Теперь другую ножку сгибаем под углом 90 градусов. Также колено остается на том же месте, на котором оно есть, но заворачивается в пол. Вот так вот. Заворачиваем его в пол. Этого достаточно для того, чтобы мышца начала тянуться. То есть очень сильно на само бедро мы вот сюда вот не приезжаем. Сюда так сильно выходить не надо. Буквально вот чуть-чуть коленочку в пол навернули, и все, этого достаточно. Если прям совсем не тянется, обратите внимание, где лежит ваша пятка. Возможно, вы слишком маленький угол сделали, и она очень близко к телу. Тогда отодвиньте ее подальше. Заверните коленочку вниз, и этого будет достаточно. Разворачиваем ножки в исходное положение, аккуратненько собираем к себе и отдыхаем. Сейчас мы приступим непосредственно к шпагатному комплексу, то есть мы уже выходим на максимум нашей нагрузки, поэтому сейчас, конечно, ощущения могут быть достаточно сильными, тем не менее, все равно их регулируйте, то есть вам не должно быть очень сильно больно, вы все равно должны ощущать комфортное ощущение натяжения. Начинаем с того, что вспоминаем, повторяем наше упражнение «Выпад». Сейчас ручки будут идти с двух сторон от ноги, то есть не ставим их с одной стороны, как мы делали до этого. Будем делать упражнение вниз, прижимаем бедро и поднимаемся наверх. Поднимаемся наверх, коленочку стараемся выпрямить и снова опускаемся вниз. Все это делаем достаточно на такой сильной инерции, как раз для того, чтобы достигать оптимальных амплитуд. Количество раз в районе 10-15. Как раз это позволит нам разогреться перед шпагатом. Хорошо. Опускаем коленочку. Что мы делаем далее? Мы вытягиваем ножку вперед. Ставим ее на пяточку. Да? Обратите внимание, что угол 90 градусов, я попой не ухожу дальше колена. То есть у меня попа находится над коленом. И животиком тянусь к ножке. Если так сделать не получается, как получается? Затем вытягиваю ножку максимально вперед, настолько, насколько можем. Переносим на нее побольше веса. За счет чего это происходит? За счет того, что ладошками мы идем вперед. И считаем до 20. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас не важно, что происходит с задней ногой. 6. Нас интересует только передняя. 7, 8, 9. Ножку расслабляем. 10, 11. Если колено не выпрямляется до конца, 12, совсем никак. 13. Не заставляйте себя. 14. Пускай будет сперва чуть-чуть согнутая. 15. 16, 17, 18, 19, 20. Возвращаем ножку на наш привычный нам уже угол в 90 градусов. Ножку, которую взяли, сгибаем и пяточкой тянемся к попе. Любой рукой, какой удобно, правой или левой, хватаемся за ножку и притягиваем ее к себе. И то же самое, считаем до 20. Раз, два, три, четыре, пять. 6,
17, 18, 19, 20. Вязаем с упражнением. Собираем обе ножки под себя и отдыхаем. Пока мы отдыхаем, расскажу об альтернативе, которую можно сделать. Если совсем никак не получается ножку достать до себя, протянуть, мы можем таким вот образом к стеночке или к дивану ее поставить. И таким образом тянуть вот бедрышко к полу, у нас тоже будет тянуться. Это тоже вариант, если рукой совсем неудобно никак ее там достать и к себе притягивать. Хорошо, передохнули и делаем второй заход. Вытягиваем максимально ножку вперед, ставим ее на пяточку, стараемся никуда не заваливать, стараемся выпрямить в колени. Все это настолько, насколько мы можем. Если не получается вообще никак, пускай будет начать чуть согнутая, она потом со временем сама выпрямится. Пускай чуть-чуть заваливается, да, напоминаю, что можно там какой-нибудь ножки стула подставить ножку, и она будет держаться. Ручками максимально идем вперед, как можем выдержать. Если никак, то вот как можем. Если совсем никак, то можно подложить книжечки, да, и положить ручки на книжечки. Если нам корпус к ноге очень тяжело протянуть. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Снова подтягиваем ножку к себе и прижимаем через заднюю. Тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Угу. Собираем ножки под себя и отдыхаем. Возможно, имеет смысл вначале даже заниматься в наколенниках. Тогда у вас колено точно будет смягчено все для него, все упражнения. Потому что пока на первом этапе растяжки может не хватать. Для того, чтобы нагрузку с колена убирать, как бы смещать вес на бедро, чтобы растягивалась мышца, а колено так сильно в пол давления не испытывало. Хорошо. Теперь мы будем тянуться на шпагат. В чем разница от того, что мы делали до и будем делать сейчас? До этого мы тянули каждую ножку отдельно. То есть мы тянули, да, как бы на шпагат переднюю ногу, про заднюю мы вообще забывали. И наоборот, да, переднюю вообще очень сильно сгибали, а потом тянули заднюю. Теперь мы будем растягивать обе ноги. То есть мы будем вытягивать и переднюю, и стараться выпрямить заднюю. Каким образом это сделать? Да, можно уйти на подъемчик и оторвать коленочку от пола, стараясь ее выпрямить. И вот таким вот образом тянуться к полу. Если совсем никак, вообще никак эту ногу не выпрямить и совсем от пола не оторваться, есть план Б. Вы можете держаться за, например, диван, за какую-нибудь табуреточку, за стеночку. И вот в таком положении, да, максимально растянуться, обратите внимание, что колено все равно нужно будет подвинуть назад как можно больше. То есть вам нельзя остаться в таком положении, просто растянулись и все, отодвиньте его все-таки дальше, чтобы мышца растянулась. И приподнимитесь, да, и тогда всем весом будете тянуться вниз. Это альтернатива, если совсем никак коленочку от пола не оторвать. Мы будем все-таки стремиться ее отрывать и также считать до 20. Поехали. Раз, два, три. 4, можно немного попружинить, но не сильно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдыхаем. Если вам кажется, что пружинка вам не удается, что когда вы опускаетесь чуть ниже, у вас возникают какие-то резкие, неприятные болевые ощущения, значит, не делайте ее вообще. Дождитесь того момента, когда вы будете более опытными, будете лучше чувствовать свое тело, и тогда сможете использовать этот прием. Да, делаем второй заход на шпагат. Первый мы всегда делаем более щадящий, во втором стараемся растянуть чуть сильнее, но опять-таки до нормального ощущения натяжения, не насилуйте себя. Раз, два,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отдыхаем. Пока отдыхаем, расскажу про второй вариант, как тянуться. Если во время растяжки на шпагат у вас тянется только одна нога, допустим, передняя, это означает, что вы на нее немного сильнее заваливаетесь. Тогда делайте таким образом. Делайте первый заход, как делали, когда у вас болит больше передняя нога, а второй заход целенаправленно заваливайтесь больше на ту ножку, которая у вас сзади. То есть можно даже поставить колено на пол. Теперь вот это бедро стремится лечь на пол. Да? То есть если мы не достаем, это будет выглядеть примерно вот так. И также до 20 считаете. То есть это будет ваш второй заход. Получается, вы будете тянуть ножки поочередно. Хорошо, передохнули и поехали тянуться на вторую ножку. Вспоминаем наши выпады. Руки стоят с двух сторон от ноги. Да? Сильно вниз, сильно наверх. 10-15 раз. Передней ноги. Мы ее можем оставлять целиком на стопе, можем отрывать и натягивать носочек на себя. Но так сложнее, поэтому я бы не рекомендовала делать это вначале. Затем опускаемся. Попу чуть-чуть отводим назад, она на уровне колена. Не дальше, не ближе. Тянемся в ножки животика. Теперь как раз попу смещаем, максимально ногу, сколько можем, вперед вытаскиваем. Руками доходим вперед чуть-чуть к стопе, чтобы больше веса перенести на переднюю ногу. И считаем до 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Подтягиваем ножку к себе. Напоминаю, пяточка на уровне колена, на одном уровне. Ножку сзади сгибаем. И прижимаемся, стараемся пяточку прижать к попе. И считаем также. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Слезаем от упражнения, убираем ножки под себя, отдыхаем. И приступаем к еще одному заходу. Также ножку вытягиваем вперед, насколько это возможно. Ручками идем вперед, если можем. Если даже так до пола достать не можем, напоминаю, подкладываем книжечки, на них ручки кладем. Должны тянуться вот здесь. Считаем с 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20. Подтягиваем ножку к себе. Теперь тянем заднюю ножку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. 19, 2. Хорошо, отдыхаем перед заходами на шпагат.
сам шпагат. Какие есть вариации на него тянуться, я вам рассказала. Самый лучший вариант — максимально вытянуть ногу, сзади ножку вот положить таким образом, как у меня, стараться выпрямить колено и таким вот образом подняться и тянуться так, чтобы растягивались обе ноги. Считаем 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Отдыхаем. Вы можете делать не два захода на шпагат, вы можете делать больше, три, четыре, столько раз, сколько вам комфортно. Напоминаю, что первый раз мы делаем максимально облегченный, стараемся не очень сильно растягиваться, больше привыкнуть. Второй раз можно уже побольше, да, посильнее постараться. Ну и в третий раз, если вы чувствуете себя комфортно, то можно еще попробовать сделать и третью попытку и максимально там уже растянуться, если силушки остались. Отдыхаем перед вторым заходом на шпагат. И делаем еще урок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Можно сделать небольшие перекатывания. Перекатываемся с одной стороны от пяточек на другую сторону. Это уже упражнение на восстановление мышц. Мы собираем все вместе. Должно быть достаточно комфортно. Остаемся на пяточках, вытягиваем лодочки вперед.